подошло у нас недельное протеста. Франция не только не благоухала, а прямо скажем, совсем наоборот. С одной стороны, народ там продолжает волноваться по поводу пенсионной реформы. С другой стороны, дают о себе знать аграрии. Месяц нет дождей, нет воды, нет субсидий. И вот результат. Навоз перед мэриями в разных городах. А вот в Софии смело шагают в ногу с Европой с призывом шагать с Европой еще в ноге. Впрочем, это был не то чтобы протест, а предвыборная кампания. Болгарам скоро парламент менять. Танки. В Берлине танки. Один стоит у Бранденбургских ворот давно, с ноября 1945 года. Второй появился на прошлой неделе, с другой стороны ворот. И тут надо сделать небольшое отступление, точнее напомнить историю третьего танка, а именно танка номер 23, который в качестве памятника с 1945 года стоял в Праге. В 1991 году, на переломе эпох, студент художественной академии Давид Черный покрасил танк в розовый цвет, за что его чуть не посадили. Но вступились депутаты парламента, и перформанс остался в истории под заголовком «Розовый танк». Без сомнения, тогда, 31 год назад, это была акция протеста, скажем, одинокого молодого человека. И вот на прошлой неделе берлинские власти выставили подбитый на Украине танк Т-72 перед зданием российского посольства. Не знаю, на какую реакцию граждан немецкой столицы рассчитывали организаторы инсталляции, но получили они танк, засыпанный цветами. Примечательно, но свои гвоздики принес даже правнук славного Бисмарка. Символом чего стали цветы на броне – это как поглядеть. Но танк в цветах уже записан в книгу истории. И даже туда внесены поправки в виде ограждения вокруг танка, который наспех поставили власти Берлина. И даже стерты, если вообще можно стереть историю, власти Берлина в итоге стыдливо уволокли танк от греха подальше. Для тех, кто по-мандарински не бум-бум, перевожу. «Мы девушки Чансуна, и сегодня мы вас уничтожим», написано на плакате. На свадьбу Чена явились его бывшие, которым он изменял. Демонстрация прошла мирно, но родня с Ченом теперь не разговаривает. Греки всполошились в связи с визитом госсекретаря США Блинкена на родину демократии. «Мы больше всех платим на оборонку и хуже всех живем», – плакались они в жилетку, жгли американские флаги и даже подцапались с полицией. Ничего, вот приедет Блинкен. Необъяснимо, но в словацком городе Трнава вот уже две недели по вечерам проходят массовые акции против правительственной русофобии. А в Китае все не как у людей. Здесь наблюдалась собачья демонстрация. Полиция действовала чисто по-китайски. Поскольку акция не санкционирована, разогнать. И все тут. У него в следующем году выборы. Вот и ловит каждый момент. Трамп пригоршнями укладывает в карман электората в Восточной Палестине, Огайо, где испуганное химией и вовсю протестующее население так и не дождалось Байдена. Что ж, Трамп в руки. Русский военный корабль пошел на... Не знаю, как это лучше назвать. Комедийный протест или протестная комедия. На заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ литовский депутат нехорошо высказался о российской делегации, после чего депутатский народ недружественно повалил из зала. И нечего жаловаться, Петр Олегович, чай знали, где заседаете. Кому-то жемчуг мелкий, а у кого-то щи пустые. В Кашмире народ категорически против установки электросчетчиков. Мы и так бедные, а вы нам такого насчитаете, что мы с голоду помрем. И ведь насчитают, но ведь не помрут.
Что ли дело в Лагосе, коммерческой столице Нигерии? Вы думаете, это у них тряпочки в руках? Нет, это деньги, банкноты, которых катастрофически не хватает. Вот из-за этой нехватки дензнаков весь сырбор. С полицией, слезоточивым газом и разбитием банкоматов. И как-то скучно говорить, что в Израиле протестуют против судебной реформы. Вроде как анекдот в 15-й раз рассказал. Даже не смешно. А вот с молдаванами по-другому. Они не хотят втягивания страны в украинский кейс. И их можно понять, учитывая, что в деревне Колбасно, что на границе с Украиной, находится самый большой в Европе склад боеприпасов. Рванет, мало никому не покажется. Вот никогда не мог понять полицию, зачем они отлепляют всякого рода климатических активистов, которые приклеиваются к различным недвижимым поверхностям, например, к проезжей части. Надо просто уважать свободу выбора. Приклеился, ну и молодец, сиди себе, как приклеенный. Но сопутствующие расходы за твой счет. А теперь галопом по городам Европы, где прошли акции против поставок вооружения на Украину. В Лондоне был соблюден баланс, протестовали за и против поставок. В Риме, Генуе, Милане и вообще по всей Италии Vox Populis улиц взывал прекратить гнать оружие на Украину. Этого же требовали люди в Мадриде, в Париже и прямо у авиабазы «Рамштайн» под очень знакомым с детства лозунгом «Ами go home», почти «Янки go home». И только ортодоксальная Прага была попее папы. Здесь молодежь в лучших традициях вуду похоронила чучело Путина, показала язык российскому посольству, зажгла символические свечи, за что получила одобрямс от самого премьера. Бедный Джастин. Он же хотел как лучше, как правильно. А они ему прямо в лицо такое.